Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, канал Лёша Играет. Подпишитесь и нажмите на колокольчик, если вы еще нет. Это продолжение моей партии зазулусов в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm на карте Расщепленный Фрактал. Если вы случайно наткнулись на это видео и не смотрите прохождение с самого начала, то лучше перейдите к первой серии, ссылка на нее появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. А также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Для всех остальных приятного продолжения просмотра. Может поставить выше больше ничего. Так, что будет ускорено? Стремя. Ну, такое себе. Мне, кстати, надо 6 ферм как раз для ускорения феодализма. Так, тут гавань. Мне нужно больше караванов для ускорения культуры. Так, пошли сюда, наверное. Тут тоже давайте строителей. У меня же стоит на строителей тоже, да? На строителей и на копейщиков. 3 копейщика, но мне больше надо, несомненно. О, а вот и Маури. Ну, поленки меня не беспокоят. Поленки пускай. Табирка, кстати, ты имеешь планы на остров, который вот между нами? Это остров? Выглядит как материк огромный. Нет, это остров. Ну, он большой, этот остров. Он длинный, типа? Ну, то есть вытянутый. Ну да, но он похож на остров... Вы там изи вдвоем разместитесь, и обоим хорошо будет. Ну, я, скажем так, пока не заселил доступное мне пространство тут. Но оно у меня скоро закончится. Поэтому, возможно, я на нем какой-нибудь один город построю. Проблема, что у него производства дофига, на самом деле. И он, кстати, и в религию вышел. Пардон. То есть я буду как Гаити. Не основал, но у него скоро уже пророк должен быть. Ну, похоже на то. Блин, в Квакуде надо бы... Ладно, давайте сначала производство. Тут нам надо улучшить, обработать красители, потом у меня 2 заряда, да, красители и хлопок с кем-нибудь поторговать. Люкс. А, и Канда, кстати, жилье дает. Я и забыл совершенно. То есть в Квакудзе, например, можно было... Ну, блин, не знаю, тут и Канда как бы бессмысленно немножко. Ладно, давай тогда тут копейщиков строить. Наверное, будет в булава еще копейщиков. Сука, мне еще раз, давайте смотреть. Военная подготовка. Феодаль, мне надо 6 ферм сделать. Блин, вот мне надо в булавае фермы строить. Посмотрите, у меня только 1 ферма пока построена, так? Этим еще 3 будет. Еще надо будет. Блин, давайте я, наверное, куплю одного еще рабочего просто. Просто куплю. Я думаю, что я... Так, а здесь мы
апаем пингалу, причем в культуру. Так. Покупаем строителя. Хорошая у тебя вешка, ты вешка. О, Вавилон. Ну, Вавилон, да, это прикольно. Я, по идее, когда я в наемники выйду, поставлю карточку на апгрейд юнитов от наемников, то так как импи дешево стоят, то очень будет дешево их апгрейдить. Знаете, может, галеру здесь или не стоит? Ну, в гавань бессмысленно, пока тут эти стоят. Хотя... Блин, 4, ладно. Давайте начну, может, они куда-нибудь свалят, там, какой-нибудь поленки их убьет. Ух ты, Мототепила? Мототерпила. Люкс, это ты там все ноешь, у тебя фигово все, да? По-моему, ничего так. Я ничего не помню, что ты сейчас говорил. У тебя там на фоне телек. Он сказал, что ты не прав. А, да. Но я и не лев. Поэтому, я центрист, ну, давай скажем так. Ты просто посмотри на мои цифры. 30-30, как бы. Там люди сидят 60-30 уже. Как бы, без вольнодумства, без вот этого всего. Почему без вольнодумства? Ну, без вольнодумства. Вот мой и генеральчик. Он, кстати, на импе будет работать. Ты еще удивишь, что это еще и без вольнодумства? Блин, может мне так феодализм открывать? А, у меня есть возможность военную подготовку. Нет, давайте феодализм один ход потом. Или давайте сейчас на военную подготовку переключусь потом. Так, и мне надо 8 юнитов. Пока у меня их 5. Мне еще 3 копейщика надо, как... Опа. Сейчас пойдет игра. Выпал испанец. В общем, испанец сказал, что у него свет вырубило, хотя тоже не факт, но, честно говоря, у него тут без шансов просто было. Так что я буду воевать с компьютером, походу. У него хорошие города. У него хорошие города для меня будут. С библиотеками. Спасибо там, все. Как агент за убийство данных. Да, не вопрос. Все ради тебя. Главное, чтобы ты сделал хорошие эти союзы со мной. Янтарь. Давайте янтарь обработаем. Так я и смотрю, бегать так непозволительно там. Образование открыли. Есть кем вообще? Давай, печаль. То есть у меня 6 городов стоит, плюс еще 4 будет 10. Норм. И можно будет потом как-нибудь тут еще расселиться. Тебя тут вообще влазит куда-нибудь? Ага. Не особо. Воу-воу-воу, Челлини это? Ты куда разогнался? Предупреждение. Ну как бы у него там науки. Я о чём не знаю. Это же нормальный 20-15. Да, теперь 20-15 я вижу, что ненормально. С вольнодумством же. Ну он сейчас второе вольнодумство возьмёт, чё-то. Нету второго вольнодумства. Нет, как раз таки сейчас будет еще одно вольнодумство. А, да, точно, точно, да, я забыл, что мы еще в этом. Так, маяк. Выкупил меха! Не сами, это не за голду. Это ты просто упустил момент.
Да не, ну я уж не стал прям, а то я у тебя там совсем было бы плохо. Такое, не очень быстрое. Галера же за войско считается? Ну, так как это компьютер играет, то можно уже не прятать копейщиков. Ты думаешь, у меня много галер? Да нет, мне просто этот... Через ход будет этот... Наемники мне бы ее открыть. Ну. А, нет, галера не будет наземным. Не забудьте. А, это наземных. Фу, сорян. И это, кстати, тоже тупо, по-моему. То есть, в чем прикол? На морской карте, получается, я должен 8 именно почему-то наземных. Ну, 8 луков в гарнизоны, 8 катапульт, нормально можно сказать. Варвары все как-то убивать, я уже лагеря 3 или 4 варваров убил. Нет, я не против, но почему это только наземные? Должно быть и то, и то. То же самое касается, что там, ну, когда армии надо делать для ускорения мобилизации. То есть 3 корпуса почему-то только наземных, да? Так, следующим ходом феодализм должен быть ускорен. Отлично. Так, опять у меня кумаси отобрали. Проверка предложения. А, это Филипп сделал, вот сволочь. А, Рим, когда ты там в союзах? Ну, ты сказал 10 ходов, я в наемники пошел. Выносить будешь? Так, ну давайте, может, мы осудим за то, что тогда. Не согласен. Нету смысла. Не, ну тут вон Ерван стоит, я теперь сейчас... Теперь же что-то скрывать, раз мы с компом тут воюем. А, то есть Ерван не будет жить? Нет. О, один ход, нет, давайте, ну, подожди. Мне деньги нужны для апгрейда в импе. Я как раз собирался послов туда закинуть, но теперь понимаю, что нет. Так, что-нибудь тут будем менять? Строители, я, по-моему, больше уже нигде не делаю, да? Может, просто... Давайте просто на производство тогда вот поставим. Да, сейчас я ускоряю феодализм. И, собственно, следующие уже наемники. Блин, убей варваров. Требует. Они меня лучника завалили. 13 монет в ход с меня требуют, нормально. Да, там я их потихоньку убью. Меня не сильно мешают. Так, 2. 1 ход. Тут стоим. Так, хлопок второй обработан. Надо с кем-нибудь поторговать. А не с кем, потому что все у всех одинаковое, зашибись. Давайте торговца. Янтарем, по-моему, не с кем, тоже у всех... А, нет, янтарь. А, ну мне, нет, мне ничего не надо из того, что у них есть. Проблема, блин. Фигово. Так, 2 хода копейщик. 1. 4. Нет, тут, наверное, давайте... А, гавань надо 4 хода еще. Ждем, да? Ну, тогда давайте копейщика.
Сколько наемники открываются? 5 ходов. То есть, по идее, за 3 открою с ускорением. Ну, как раз 2 копейщика тут появится сейчас. Мавзолей в Геликарнасе. Ну, на этой коте карте неплохое чудо должно быть. Стоим. Стоим. Тут пошли камень обрабатывать. Не, вот тут я, наверное... Или где? Тут, наверное, обработаю, а тут уберу камень. Ну, обработаю для ускорения каменной кладки. Станем в город. Так, а что тут открылось? Новая карточка на юниты антикавалерийские. В Толедо построил стены, но... Ну, вообще, в принципе, можно добавить еще и... А, у меня не открытая. Так, пошли тогда... Даже таран не открыт. Ну, с силой 22... Блин, ладно, пока так открываем. Банковское дело. Но я каменолом не сделаю, надо каменную кладку будет открыть. Блин, водяная мельница тоже нужна на самом деле. Люкс, а где твои города, я стесняюсь спросить. Не, пошли машина. Пошли машиностроение, слушайте. Тут я ничего не буду ускорять. А, или ты его хотел найти? Ну я не могу сейчас 3 лучника делать. Нашел один город, думаю, он нашел люкса. Поплыл дальше. У меня, значит, будет 3 корпуса импи. Я думаю, 3 корпусами импи испанец должен упасть. Знаешь, такую страну? Вообще, изи. Местность Океания называется. На планете Земля. Все, открываем. Значит, наемники следующим ходом. Знаешь, тут открываем военную тактику. Океания — это не местность, это название, как бы... Собирательное название островов Тихого океана и, как бы, живущих на ней... На них... Так вот, у этих островов места больше, чем у меня. Так, пока никуда не отправляем. Земли, суши, тверди. В Вавилон бы, конечно, но у меня не хватает все равно, чтобы 3 прям туда отправить. Так, в Квакудзе давайте библиотеку, потому что у нас в библиотеке все-таки 3 науки дают. А, блин, маяк еще нужен. Ну, я бы маяк купил, я посмотрю, сколько у меня сейчас денег останется после апгрейда. Копейщики, универ... Водяная мельница. Амбар. Амбар не нужен. Ну что, универ строить? Фаросский маяк точно не нужен. Еще копейщиков. Ты, тебе там долго до союза? Ну если... Хочешь вопрос? Ну короче... Если никто не собирается меня выносить в ближайшее время, то 7 ходов. Дай проход, пожалуйста. Блин, проблема в том, что я в нормальный век выйду, к сожалению. Я надеюсь, с тобой союзиться, потому что больше мне не с кем. Из-за импи. Отлично. А Берии не добегают у тебя, да? А? Может мне подождать 3 хода, прежде чем апаться? Вам надо заселить остров между вами, который должен быть... Не хочу в нормальный век. Так, хочу в темный. А потом уже захватив... А, блин, 11 клеток до твоего. Так, давайте смотреть, что у нас тут. Мы тут в средневековье, так? У меня вся караван и земля. И здесь, в средневековье, возрождение. До возрождения далеко, отлично. Так, давайте объединяться... Я просто... Это способность зулусов, имейте в виду. То есть не все так могут...
Ой, блин. Какой я дебил. Все равно вышел в нормальный век. Ну. До Кумаси не добегает, да? Значит, из Умгундулву надо отправить будет. Объединил. Забыл, что корпуса дают очки. Нормально. Чё? Подождем здесь, это следующим ходом сюда подойдет. Так, ну надо тогда наемников тогда уже мяч уже. Надо импи ставить, что-то откладывать. Чем быстрее нападем, тем лучше будет. Так, тут все оставляем как есть. Импи ж не требует никакого ресурса. Нет. Блин, что-то я в булава ее немного торможу. Немного торможу. Ух ты, Канада 96. Найс. Да как так-то? 56 сила. И плюс еще с полководцем 61 будет. По-моему, неплохо. Но, к сожалению, один ход. Мне бы, кстати, так, три хода. Мне бы, кстати, все-таки олигархию взять. Что это как-то долго. Давайте теологию откроем. Блин, меня что, Кумаси перекупили? Нет. А почему? Ну, Махенджидара больше денег, но тут варвары разграбят. Прийти не пала. Почему тогда? А почему этот... Люди, вы с этой планеты вообще? Ад! Из района... Я про Челине... Дебил, блин. А не хочешь экономить? За каждый в исходном пункте. Мне надо было из... Ну, ну ладно, сейчас у меня будет окей, культурка окей, вот за счет так. Ой, у Кагырки. Окей. У него, короче, все с компусов получается. И Женева. На самом деле там... Да, Женева импингала. Там же компуса у меня только один плюс три. Женева вынесем. Да, согласен. Она у него под боком. Да, она моя Женева. Так что выносить, если кто ее будет, то только я. Может, кто-то там... Ты не можешь ее выносить. Объявите ему потом войну просто и все. Кстати, да. Ну я не могу, я с ним сосед, мне с ним вообще не воевать не фарт. Я осудил это Канаду. Хакай стой. 59 сила. Куда он вообще дел юниты все? Добегаю, да, у всех все золотой век, я в нормальном. Зашибись, блин. Ужас, 113. 142. Ёп.
Боже мой. Куда вы бежите? Кто-то его нашел, кто далеко? Объявить ему войну. Индус, ты далеко? Ты нашел? Я осудил уже его. Ему нельзя сразу объявить войну, он Канада. А, точно, да. Что там за паника у Челине уже? Просто это жестко. Так, значит так. Если вы будете перекупать кумаси у меня... Это случайно выполнился этот... Я не буду объявлять войну Канаде. Интересное условие. Ну а чё, то есть... Кумаси? Вы мешаете мне? Понял. А я почему-то должен мешать... Объявляете вы войну Канаде? Чё вы... О, я предлагаю к Трояну. Какие будут начислены? К Трояну? Можно к Трояну. А может отменять... Да, а может отменим все международные торговые пути к Канаде? Да, я за. А зачем? Затем. Хорошо. И не начисляются ученые, да? Да, ну, конечно, у всех гавани, а у него ученые. Ну, чё? У меня вот сейчас как раз от гавани пошла. Пускай он посылает пошло, караванчики. Пошло, пускай караванчики в ГГшки отправляет. Отменяет. Для Канады отменили все и не начисляются. Да, отлично. Между нами 4 клетки, между нашими городами. Или он еще ближе там, где-то? Он еще ближе. Ой, а чё я не подвожу? Как всегда, воюю я, конечно, отвратно. Честно сказать, выглядит как самоубийство в Ереван. Так, в Вавилон надо, да? А у него 32 села, чё там? Чё за самоубийство? А, так я в ГГшке тоже не могу отправлять. Нихера себе, да. Поздравляем. Накорми мир. Внутренний караван этот топ. Кстати, я так вот... Я не брал на караван. ГГшку в Махенджик. А, вообще, блин, я ж хотел олигархию взять. Тьфу ты. Любишь ты... Так. Мобилизовывать всякое. Держание юнитов, значит. Так, тут первый посол. И тут... Давайте торговую конфедерацию пока. Так, значит, Вавилон. Слушайте, напомните только мне потом в Канаде войну объявить, а то мне ждать 5 ходов, я думаю, что я забуду. Позязя. Не, ну это 20 сил, это, конечно, все берется вообще. В Испании еще и 57 всего мощи. У него там что-то разграблено даже, вон, почему-то кампус. Неужели тут сверху у него нету вообще ничего? Я прям не верится. Поселенца построил. Да. Везде стены строит. Нормально. Так, ну я, наверное, сюда пойду сразу, на Мадрид. А этим чисто... А, это уже на Мадрид. Так, гавань. Да, не, рыцари решают. Не, давайте что-нибудь быстрее. Я бы все-таки поставил на... Мне идут вообще эти от конфедера? Не, она даже не работает на Кумасе.
Давайте что-нибудь побыстрее. А, я не могу ничего побыстрее, я уже все быстро открыл. Хотя, конечно, морской тренд. Тут все равно три хода средневековый яром. Я ладно. Блин, а что я госслужбу не открываю? Потому что я в торговую республику хочу. Давайте госслужбу. У меня тут у Лунди. Три хода, четыре, три, три. Слушайте, а давайте я здесь куплю строителя. И побыстрее рыбок обработаю. Это быстрее будет город расти. Это испанцы убили, да? Нет, это убили Ереван. Я испанцу только два хода назад войну объявил. Это было бы очень жестко быстро так его убить. Я вышел в свою. Монумент сразу, амбар. О, слушайте. А это глюк такой? Или... Вот смотрите, я захватил город испанца. У него кампус был поломан из-за вулкана. Но когда я захватываю город, он починенный почему-то. Как вы думаете, он его успел починить? Я просто не обратил внимания. Или... При захвате он... Да не, не может быть. Наверное, он починил его. Не, починил, скорее всего. Чудо вот это классное. Торговцы будут капать и... Так, значит, поехали. Рыбки. О. Где мой скаут вообще? Вот бразилец не дал мне открытые границы, так бы я твои города сейчас видел. Жадина, говядина. Соленый огурец появляется. Сколько ты в союзах будешь? Я? Блин, почему я начал? А, по идее, три хода. Хотя нет, наверное. Еще я хочу... Ну, потому что мне надо быстрее поменять карточку. Надеюсь, Мачу-Пикчу никто не построит на рабочих. Ходом. Ну, я построю. А, ну ты выше в лобби, поэтому не вижу. А то у меня второе чудо, если обломит. Это будет, конечно, вообще неприятно. Мне два уже обломили. Так что... Нет, ну там второй раз будет за один ход. Сколько ходов прошло, Алексей, уже? С Канады. Мне еще один ход написан. Ну да, Толедо отваливается потихоньку, но... Я думаю, сейчас я Мадрид возьму, и отваливание Толедо прекратится. А Мадрид вообще без стены берется на раз-два. О, тут ко мне опыт приехал сам. Строительство открыли. Надо лесопилки построить. В верфи пойдем. Что там производство? Нет, это я не буду предлагать. Получается, когда ставишь бонус соседства гавани, то как бы верфь, она больше работает. Да. Фига себе, Челлини, ты не знал это? Нет, не знаю. Так, вообще тут на производство все стоит. Тут на производство поставлю. Да-да.
Люкса, зачем тебе Стоунхендж? Чтобы никто другой не построил? Мне нужно чудо просто. Оно строилось быстрее Даже нету монумента. Блин, 8 ходов. Что так долго? Да, не ускорить. Ладно, значит, надо так открывать. Госслужбу, я думаю. Потом торговую республику. Ух ты. Мечник пришел. Мы сейчас Барселону пойдем брать. Я бы осадную башню прикупил. Как всегда, проатаковал без генерала. Так, универ тут есть. Интересно, где мне промышленная зона круче? Я бы, наверное, сюда ставил, потому что будет тогда и на... 49-37. На 66-й ход. Да, значит, давайте акведак. Акведук. О, культуры нормально просто. Нет, даже акведак. Мало. Акведак. Ну, сейчас ему войну объявят. Упадет на 20%. Будет у него 110. Ну, у нас тогда членю будет впереди всех. Ну не будет, я не буду впереди всех. У меня наука от вот этого говна, короче. У меня ни одного кампуса еще нет. Наука от говна. Ты этот бактериолог, что ли? Ну вот, вот это вот. Фейк. Вольнодумство. Ну, в Кумасе продолжаем. Видите, все еще больше всего культуры. Принимай сделку. А можно Бразилия мне стрим... Ой, Бразилия. А не, Бразилия. Да, могу. Я хочу тебе... Продолжить тебя смотреть. Стрима как-то все печальненько. Ну, я бы купил, наверное, осаду, потому что 40 силы уже больновато. Давайте осадную башню тут купим. Здесь строим еще одного торговца. Такой, смотри, какой влезает. Прикол. Ну, классный, да? Блин, мне надо бы и Кандет, конечно, тоже строить. Да, и... А, Найс, я поменял карточку, да? Я дебил. Блин. Сейчас сижу с этим первый посол. Вот это вот все, это, конечно... Вообще не прикольно. Культуры у меня много только за счет Кумаси. Только благодаря Кумаси пока. Даже всего лишь один караван туда отправляя. Вообще мне надо, конечно, все караваны нормально в Кумасе. Вот с этого города я только две, наверное, культуры... Почему? А почему я не имею сейчас культуры с Умгунду? Тут же должен этот район давать культуру. А, дает. Плюс 4 от исходящих торговых путей. Дает. А почему он тогда не показывает здесь? Причем здесь у Лунди Кумаси не 4 на самом деле, а 8. А пишет 2. Блин, какой-то бред.
2. А, перекупили мне только штуку Маси, понял. Причем испанец, скорее всего. Да, блин. Тварь, надо его быстрее, конечно, убивать. Так, ну нету смысла атаковать. Заберем обратно. Блин, слушайте. Я сейчас так дебильно лишился рабочего. Тоже. Смотрите, если у вас к юниту прикреплен генерал, и вы этим юнитом захватываете рабочего, то он просто исчезает. Рабочий. Так нормально вообще? А? Так вроде со всеми прикрепленными юнитами, то есть если ты... Ну да, захватываешь... если есть прикрепленный юнит, ну да, да. Но это дебильно, нет? Есть такое. Пошли лесопилку поставим вот здесь. А ей это испанец, да? Нет, испанец никто. Его ж... Он же ушел. А, точно, точно. А Е... А, это был. А Е это Антон. И он не был. Я он имею здесь. Про нацию. Да. Я нацию не помню. Ну, в смысле, не помнишь. Ну, я ты его не нашел? Встретил. Нет, но там говорили его нацию. Вот почему я не помню его. А, ну бывает. Ты решил верх не форсировать? Нет, ПСО. Потихонечку. Про карту, ну ладно. А, про это пока что нет. Я скорее... Очень неудобно, я скорее сюда, вот сюда вставлю и... Все, ну Толедо отвали. Ну тут мало слишком жить. Ну минус 3,5 это нормально. Мы успеем даже Барселону взять. Да, отваливание Толедо. Дерево технологии открыто и все. А. Я не знаю, почему за это. Ну, дополнительный уровень. Так этот дает дополнительный уровень, по-моему. Да. Стрим подвиг. Блин, вот это фейл, я другой домик ППшки построил. Ништяк. По-моему, у тебя такой фейл происходит с завидной постоянностью. Скажи еще от прогорода, если не можешь. Ты сейчас кому? Подожди. Бразилец кинул союз. Так, тут походил, давайте города проверим. Так что там это? Война-то будет? Так, лесопилку давайте это отложим тогда. Приходится мне напоминать. Так, ледок откроем, чтобы селитру увидеть. Спасибо, Кальвир, за сознательность. Ух ты. Каравелла. Вар, да не, не должны взять, по идее. Ну я, наверное, апну этих ребят. Побольше силы было. Но скорее даже больше будет а испанца мочить. Есть шанс встретить? Как его? Мадрид. Ну, Мадрид встретить есть шанс, потому что я его захватил, и он будет в моей империи. А испанца ну, не факт. Ну, у него два города осталось. Один я сейчас осаждаю. Ты войну-то объявишь? Блин, опять я не поменял карточку. Что со мной не так? Дело не пугает твои 165 науки. Да, он убил. Справиться с этим. Блин, тут варвары с этой стороны. Вот отсюда приплыли, блин. Тут это все не очень хорошо. Так, этот пока бежит. Вот. Что дает осад на это? Мы атакуем прям центр города, а не стены.
Следующим ходом Барселона падает. Блин, чуть-чуть не хватило, смотрите. Чуть-чуть. И Толедо не успеет отвалиться. А-а-а. Просто Женеву перекупили. Ну чё, мне никто не напомнил? Перекупили Женеву? Тебе напомнили 150. Я тебе напоминал. Да? Действительно, тебе Челлини уже сказал раза два. Ладно, ладно. Ну, у меня тут своя война. Если чё, я объявил Канаде войну. Здесь вы мне поможете деньгами. И советом. Так, советую ждем. Заключить мир с Канадой. Пойдет такой совет? А давайте мы как-то без угля будем в этой игре, а? Без угля это как? Ну, вот когда будет там это предложение запретить угольные... Давайте морскую традицию тогда открою. Ну я все время забываю карточки поменять, это не дело, конечно. Ну так, вряд ли.Ападана. Русский маяк. Ладно, давайте строителя пока. Ну, мне, типа, надо подождать два хода и промышленную площадь строить вот здесь. Что-то как-то она у него не очень упала. А как он туда проник вообще? А, вот так прошел. Этот корабль тут будет вечно стоять, я думаю. Я даже не знаю, как мне его убивать. Вот ты где спрятался, Люк. Диванный туалет, коридор. Туалет, коридор, и что там дальше было? И что-то еще было? Это звезделя выписывается маленькому человеку. А сколько еще? Что-то непотребное? 8 лет? Да. Ну, не такой уж и маленький. На двери туалета, чтобы люди знали, чей он или что? Че нарисовал-то? Да, ничего не нарисовал. Нет, да, в смысле, 8 лет, да. Нет, просто звездили за то, что кто-то сегодня не пропылесосил, как тебе обещал. Угу. Ага, 8 лет пылесосят. Может, там жестко хочешь этот... Да, хочешь Xbox? Жить, умей вертеться. Хочешь Xbox? Пылесось. Xbox? Что это? Нормально. Хочешь жить, пылесось. Хочешь здесь жить, пылесось. Вот это вот нормально. Да, примерно так и происходит. Хочешь Xbox? Ничего себе. Так, ну мне теперь... А, он еще один город поставил. Мне интересно, что будет, если человек не будет пылесосить. Просто не будет жить. Ну, как бы все просто. А если у тебя нет пылесоса? Я живу. Это твои проблемы. У тебя есть пылесос. Такое внушение. У тебя есть пылесос. Пылесось им. Пылесось им. Так, ну и где тогда... Я понимаю, коронавирус... Промышленную здесь, тогда акведук сюда. Пылесоса говорить.
При чем тут вообще коронавирус? Места много на самом деле. Классный у тебя тут остров. Так, ну... Промышленная опухоль. А вот если проплывешь, как раз они там и будут стоять. Да, классно. Так, а зачем я этого рабочего делал вот тут? Давайте. Ну ты, конечно. Жирует, да? Блин, а вот тут надо город ставить еще, да. Мне так кажется. А места дорогие. Хайгрим уже сказал, что все, обнимается. Он сейчас а, с торговым заданием, блин. О, Кумаси. Они устроят вот эти города, вот эти прыщички. Так, в Кумаси. Да-да-да. Да я уже, честно, готов уже практически. В 9 ярдах. Типа, у кого-нибудь есть пистолет, да? Выстрелите мне между глаз. Да у тебя же хоть все хорошо. У меня все хорошо. Ну, не успел перекинуть. Ну, по сравнению с испанцем и индусом, наверное, да. Да, там всякие Стоунхенджи строят. О, я всех встретил. Нормально, уже век заканчивается. Ну, потому что какие-то, блин, слишком научные. Ну, прям... А это потому что, когда морская карта, понимаешь, все идут по верхней, скорее всего. И как бы никто не распыляется между ветками. В этом году. Блин, каравелла тут начала строиться. Ты, кстати, свою ромашку-то замутил? Ромашку из чего? Ты кому? Так, наконец-то плюс два влияния. Ну, вот еще и сюда, наверное, поставлю такие бонус для гавани. Остальные не друзья, да? Так, содержание юнита, все верно. Ты ромашку-то замутил? Дальше идем в исследование. О, поленки со мной воюют. А, я объявил. Так пахнет. Блин, у меня опять... Ребята, киньте кто-нибудь одного посла в поленки. Массина или Люкс, пожалуйста. А то он мне войну объявил. Спасибо. Ну как это появится? Так, а, ну... Понятно дело. Блин. Из Мадрида в Кумаси. Ё-моё. Блин, задолбало это. Вот это реально, на самом деле, это тупой интерфейс Цивы. Тут миллион надо что-то кликнуть, что-то сделать, чтобы перебросить... Посмотреть и перебросить. Ну, серьезно. На холмах и был. Нет, давайте, наверное, к перемещению сейчас возьму. Кстати, кажется, там уже не понадобится эта осадная башня. Так, а нафига я замки открываю? Подождите. На астрономию лучше. Потом в индустриализацию пойдем. Бразильцы, ты в курсе, что там чуть-чуть выше Канди есть руинка? Да, я плыву. В смысле, плывешь? Там а, пройти. В смысле, какой Канди? Твоего а, города знаю, Канди. Да, вижу. Я ее вижу. Ну что-то я к ней не иду, спасибо то, что напомнил.
Главное, там стоит тюнитай. Блин, опять кампус поломало. Там вот сверху можно города ставить. Тут еще городов, кстати, дофига можно поставить. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут увидеть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!